сионизм возник в контексте того, как возникал немецкий национализм, французский национализм и бесконечное количество тех национализмов, в основании которых лежат то, о чем мы говорили с самого начала. Фихте, его учение о нации как о некой реальности, о диалектике истории Гегель и о конце истории, о Канте и неокантианстве как о неких моральных принципах, которые объединяют людей, этика там, и так далее существует. Ну и там много чего еще. К этому можно добавить еще Ницше с его идеей сверхчеловека, Шопенгауэр, мир — это воля и представление. В этой ситуации, естественно, евреи Европы, которые пережили Хаскала, глядя на это, на все, говорит, слушайте, а чем мы хуже немцев или поляков, рядом с которыми мы живем? И так возникает политический сионизм.